И в ЦСКА играет много кандидатов в национальную сборную. Андрей, как бывший игрок, как человек изнутри баскетбола, вон как, рядом с ним девушка. Я думаю, что теперь жена Алексея Шведа. Вот, поэтому у нее на свитере вывезен первый номер. Вот. А в зале погасили свет. Андрею надо просмотреть, чтобы у него возникло свое мнение о том, кто действительно проводит сезон на уровне. Да и пропустить такой матч, как противостояние ЦСКА и Химок, вряд ли он мог бы. А в зале начинается шоу. Я хочу сказать, что сегодня день рождения компании, которая владеет ЦСКА, Норильскому никелю исполняется 80 лет. И в связи с этим шоу необычное, праздничное. Продюсером этого шоу являлся Андрей Морозов, а режиссерами Юлия Вахимджанова и Илья Виноградов, чему я, он второй режиссер, чему я не мог не радоваться, потому что это мой сын. Вот. Теперь я буду болеть еще и за то, чтобы это шоу понравилось зрителям в зале и вам, уважаемые телезрители. Достаточно неожиданно, потому что обычно перед матчем ЦСКА мы смотрим...
Московский.